Зажигаем красный свет. Вот бумага, вот пинцет. В глубине листа пустого неуклюж, тяжеловат, смутно возникает снова старый фотоаппарат. Когда-то им была сделана вот эта фотография. Время оставило на ней свои следы, царапины, трещины. А что, если попробовать убрать их? Такое устройство – часть электронно-вычислительной машины. Оно превращает нашу фотографию в электрические сигналы и записывает их на магнитную пленку. А на экране ЭВМ сигналы снова становятся изображением. Каждый сигнал – маленький квадратик, и вся картинка складывается из них, как мозаика. Настоящая фотография машине больше не нужна, она прекрасно ее запомнила. А человек, оператор, помогает ЭВМ обнаружить на снимке поврежденные места. Машина должна решить сложную задачу. Рассчитать, каких темных и светлых квадратиков не хватает, и восстановить их на экране. Очередная команда. Таким это изображение не было уже десятки лет. Теперь его можно перевести обратно на фотобумагу. Именно так вернулись к нам и этот портрет поэта Владимира Маяковского. И редкая фотография Надежды Константиновны Крупской. И неизвестный снимок полярного исследователя Отто Юльевича Шмидта. А электронный реставратор готов творить новые чудеса. Ведь его работа только начинается.